Ты доверься мне. Я не прошу тебя, правда, правда. Что? Что ты говоришь? Я не слышал. Нет, 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 не плачь, Ольга, пожалуйста. Нет, нет, я этого не вынесу, Ольга. Я прошу тебя, не плачь. Нет, нет, я не вынесу этого. Но у меня нет другого выхода. Я должен вернуть Габи, понимаешь? Ты понимаешь? Ладно, ты подождешь меня здесь. А когда я вернусь, мы спокойно поговорим. Мне очень жаль. Вы сами меня вынуждаете. Фирма Хименос Уло. Здравствуйте, офис сеньора Сантандеру. Да, здравствуйте, можно Марио? Кто спрашивает? Знакомая. Назовите себя, пожалуйста. Ну, скажите просто, подруга. Хорошо, я сейчас узнаю. Да? Соедини, Адет. Алло? Марио? Привет, дорогая, как ты? Спасибо, хорошо. Марио, мы можем сегодня увидеться? Это невозможно, дорогая, у меня встреча. А ты не можешь ее отложить? Нет, к сожалению, не могу. Я так хочу тебя увидеть, Марио. Я устроила все так, чтобы мы могли быть вместе. Я тоже очень хочу тебя увидеть, только давай в другой раз. Ты мне позвонишь? Хорошо. Не сердись, дорогая. Есть встречи, переносить которые нельзя. Я все время буду думать о тебе. А пока целую, целую, целую. В чем дело, мама? Я тебе говорила, Валерия, Эмма не придет. Может, на венчание придет? Нет, Эмма приносит мне свои извинения и шлет мне самые наилучшие пожелания. Она просто не хочет видеть Амброзию вместе с Патрисией. Бедняжка. Мама, ты уловила самую суть. Да, но ведь это ничего не меняет. Кто с мечом придет, от меча и погибнет. Именно. Плохо, что Эмма этого не понимает и никогда не поймет. Дорогая, ты прелесть. Ты затмишь даже Гиги. Почему? Потому что ты красивее невесты. Идем? Да. Не зря говорят, раньше начать, раньше кончить. Что такое? Ты не хочешь идти? Я немного нервничаю. Не очень хочется встречаться со всеми этими людьми. Не беспокойся, мы ненадолго. Что тебя тревожит? Мне не очень хочется встречаться там с Эммой. С Азаром Августой и его женой. Ты идешь со мной. Ты моя невеста. Я все время буду рядом. И потом нам пора начать появляться на людях. Спасибо тебе за все, Гиги. Я люблю тебя.
Они так счастливы. И просто созданы друг для друга. Надеюсь, это последняя свадьба мамы. Да. Добрый вечер, Валерия. Добрый вечер, Марио. Познакомься, доктор Леонсио Салазар. Очень приятно, Марио Сантандер. Ты один? Да, тебя это удивляет? Ну, вокруг тебя много всегда красивых девушек. Завидую. Валерия преувеличивает. Пойду поздороваюсь с остальными. Ну, что у тебя болит, детка? Голова болит и живот, мама. Это явные признаки последствий дурного настроения. Ну, с кем ты поссорилась? Ни с кем. Съела что-то не то. На курсы, конечно, не пойдешь. Нет. Я тебя хорошо знаю, Джеклин. Ты всегда активно берешься за дело, а потом твой энтузиазм исчезает. Мама, это только сегодня. Свежо предание, свежо. Амбросио, Патрисия, как хорошо, что вы пришли. Дорогая, ты прелесть. Спасибо, сеньора, поздравляю вас. Какой ужас, ты слышал, Амбросио, она сказала сеньора. Нет, Патрисия, для друзей я Гиги. Извини, Гиги. А ну-ка, Амбросио, покажись. О, знаешь, любовь пошла тебе на пользу, ты выглядишь почти как я. Гиги, ты прекраснее, чем когда бы то ни было. Да, Патрисия, я бы тоже не устояла перед этим профессиональным обольстителем. Я тебе кое-что скажу. Знаешь, что мы с тобой сделаем? Я отпущу тебя с одним условием. Ты скажешь Габи, что она должна вернуться ко мне. Она должна сдержать свое обещание, или ты со своим братом заплатишь за это. Ты поняла меня? Ну, идем, идем. Ну, идем. И тихо, тихо. Итак, теперь вы муж и жена. Я желаю вам, чтобы вы прожили вместе долгую жизнь. Примите мои поздравления. Большое спасибо. Я тебе не говорил, Валерия, я завтра уезжаю. Я думала, ты еще побудешь. Я бы с удовольствием, но не могу. Работа ждет. Именно. Если бы я мог, я бы остался, ты мне веришь? Конечно, верю. Позвонишь? Не знаю. Тогда я позвоню. Хорошо. И я уверена, что Эмма не пришла, чтобы не видеть вас с Патрисией. Вполне возможно. Женщины иногда бывают вредными. Нет, дорогой, честное слово. Поэтому, наверное, Сезар Августо не пришел, да? Ты думаешь? Если это так, мне очень жаль. Как хорошо, что твоя мама решила устроить свадьбу здесь. Да. Сезар Августо, ты опоздал. Мама уже замужем. Привет. Я до последней минуты не был уверен, что приду. Привет. Привет, Леонсио. Нам тебя не хватало. Привет, Патрисия. Я рад тебя видеть. Привет, Сезар Августо. Как дела? Хорошо. Ну, пойду поздравлю молодых. Осторожно. Сразу видно, что Сезар Августо тебе не безразличен.
Но это же естественно, он мой бывший муж. Его долго считали погибшим. Ты это серьезно? Извини, я сама не знаю, чего хочу.